Текстильное предприятие «Транс», расположенное в городе Токмок, является одним из крупнейших предприятий в Кыргызстане по производству хлопковой продукции. Предприятие было запущено в 2017 году и за 5 лет добилось значительных успехов. Производилось 20 миллионов единиц продукции в год и оценивается в высоком качестве в сфере торговли. На производстве работает оборудование, привезенное из Турции, Китая и Америки. В рамках визита было подписано кредитное соглашение на сумму 7,5 миллиона долларов совместно с Российско-Кыргызским фондом развития. Надеемся, что переговоры нашего кабинета министров и учредителя этого завода позволят нам в ближайшие 2-3 года открыть 20-30-50 малых средних предприятий вокруг этого стекольного завода, который будет использовать отходы, сырье и само стекло, с тем, чтобы помочь и другим нашим отраслям производства. Так, в частности, очень большая потребность сейчас в хороших бутылках стекольных, с тем, чтобы мы могли бы выйти на рынок воды мира. Вот сейчас над этим мы работаем. Визит председателя кабинета министров Акылбека Джапарова продолжился на стекольном предприятии. Это предприятие производит оконные стекла, ламинированные стекла и триплексы. Почти все сырье импортируется из-за рубежа. То есть не только обучение происходит знаниями, а происходит обучение навыкам, происходит создание профессионала, лидера уже на этапе обучения. На этапе обучения создаются новые рабочие места. Вот это все, это будет новый Азиатский университет, я надеюсь. И такие подходы должны быть, стать привычными делами и для наших других университетов. В рамках визита Акылбек Джапаров принял участие в открытии спортивного комплекса, который находится в селе Интернационал Сакатинского района. Рахат Батырбекова, Гельдибек Уламбеков, СТВ, Чуйская область.